Добрый день, друзья! Готовлю на ужин легкий салат из дыни с курицей. Присоединяйтесь! Для приготовления у меня куриное филе, дыня, пучок зелени, копченый сыр, помидоры шерри, кунжут, соль, перец и кунжутное масло. Куриную грудку нарезаю тонкими ломтиками. Сверху промазываю смесью растительного масла, соли и красного перца. Обжариваю с двух сторон. Готовое куриное филе нарезаю. Дыню разрезаю на две половинки и удаляю семена. Вырезаю из дыни шарики. Промытую зелень укладываю на блюдо. Сверху зелени укладываю куриное филе. Далее копченый сыр. Помидорки черри. Далее шарики дыни. Посыпаю солью, перцем. Поливаю сверху кунжутным маслом. И посыпаю кунжутом. А можно половинку полой дыни превратить в тарелочку и уложить в нее сверху салат. Готовьте, друзья, готовьте с удовольствием. Не отказывайте себе в маленьких радостях. Будьте все здоровы. Желаю вам мира, добра. С вами была Дина Пин.